Привет всем! Я Вика, и мне 15 лет. Я такая счастлива, что я здесь. Перед непростим випробуванням великою сценою дівчинку заспокоює те, що як би вона зараз не заспівала, у світі є 4 глядачі, які пробачать їй будь-які помилки. Чуть-чуть похвастаюсь, якщо можна. Я ожидала, ну, знала, что мама вот беременная, постоянно говорила: мам, да ты беременная, да я толстая, да ты беременная, да я толстая. Вот постоянно родители: они, а вот они будут. Не про одного говорили. Я в шоке, у меня глаза на лоб, говорю: а что, их несколько будет? Ей пришлось повзрослеть очень быстро. Когда ей было 11 лет, прямо в ее день рождения родились еще 2 спиногрыза, Артур и Таисия. Она моя первая помощница. Ей можно поручить выгул детей, накормить, переодеть. На ночь щухаю свинки, напеваю какие-то колыбельные. Тась. Хором всей семьей вместе с котом поем. Хочу заворожить каждого жюри, хочу заворожить каждого зрителя. Я думаю, это вполне возможно. Добро пожаловать. Здравствуйте. Давайте знакомиться. Давайте, я Виктория Святогор. Мне 15 почти. Тебе так хочется быстрее становиться взрослой? А когда говоришь, что не надо этого делать, не понимают. А когда уже вот проходит какое-то время, понимаешь, что так классно, когда тебе вот 14. И не надо говорить, что мне 15. Потому что в 30 ты уже не будешь говорить, ну, в 29, что мне 30. Ты будешь говорить: мне 29. Живи сегодняшним днем, это совершенно замечательно. Вот, прошу тебя, этот путь на сцену. Спасибо большое. Лет. Виктория Юрьевна, Святогор, еще и фамилия такая вообще. Святогор. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы переживаете? Немножко, совсем. Успокойтесь, чуть-чуть. Возьмите себя в руки. Что вы будете исполнять? Я буду исполнять Риана «Russian Roulette».